Хей, йога, с вами Шимихи, мы продолжаем проходить игру по названию South Park и Палка Истины. Окей, в прошлой серии мы изучили мир, ну, в том плане, чтобы быстрые перемещения с вами были по карте. Так, как тебе там попасть? Ой, они мне хп отнимают. О, боже, кажется, я еще быть опять не подвинулся собственным языком. Хорошо, что ты пришел очень вовремя. Я сказал Facebook, хотя в переводе нету. Не забудьте взять с собой полотенце. Так, так, па, схоже, что-то тут... Так, рыцарь круглого стола. Добро пожаловать в таверну старика Спикера. Я тебе вот что скажу, рыцарь, у меня в подвале крысы огромные. И это я слип с наружием чертова кодекса здоровья его величества. Если ты реальный житель подземного, то пойдешь и отчистишь от крыс мой подвал. И чего же ждешь? Шустрей! Окей, новое задание. Так, давайте, короче, я все-таки посмотрю по предметам, что нам потом давали. Так, идеальная атака. Я не буду читать описание. Если хотите, можете сами остановить, прочесть. Спортивная борьба. Ладно, я прочту, прочту. Идеально подходит для позирования с опущенной головой, скрывая глаза, делает тебя похожим на темную таинственную личность. Бандана. Нейтрального цвета позволяет легко втираться в доверие к любой банде. А, ну я понял. Так, идеально так. Давай. Так, подожди, мне хочет лично. Подожди, у меня есть. Нет, у меня. Так, а дальше. Колпак чародея. Никто не понимает, только это колпак. Никто тебя не понимает, только этот колпак. Наносит пяток. Противах, скорее всего, будут активировать союзников. А, то есть меня атаковать не будут. Идеальная атака ослабляет защиту. Идеальная атака ослабляет защиту кровоточащей цели. Маска супергероя. Что скрывает оно? Твоя личность или ужасные прыщи известны лишь тебе самому. Получи бонус к защите в начале боя. Так. Потная голова, повязка. Она была влажная, когда ты ее нашел. И до сих пор влажная. Атака оружием ближнего боя наносит на 5 и больше урона. Неплохо, слушайте. Шапка эльфийского... Егерь, я думал, героя, ну почему где? Так, перо призыва этой шапки аэродинамические преимущества перед прочими шапками. Атака оружия ближнего боя наносит дополнительный урон. Так, шлем заступника веры. Защищает голову от палящего солнца пустыни. Получите щит, когда здоровье ниже 15. Шлем самурая. Артефакт безмерно культурные ценности в народной стране. Кто нашел, тот того и шапку. Так, реген 4 очка мощи при каждом ходе, когда... когда сражаетесь в одиночку. Так... Шлемофон космонавта. Удобная гарнитура для общения с другими космонавтами. Получите щит, когда здоровье ниже 15. Бандана. 5% урона при драке с истекающей кровью противника. Опа. А у нас как раз с вами кровотечение. Венец друида. Спортивная борьба с медведями – обычное дело среди друидов. Голову медведя носят в качестве трофея, а ее начинку употребляют в пищу для поднятия тонуса. Броня добавляет 2 брони, снижает урон от атак противника. Реген – 2 очка помощи при каждом ходе на улице. Маска наемника. Темный убор с шишей из темной скрывает твое лицо, а также придает твоему образу загадочность и крутизну. Получите на 5 больше денег. Ну, это такое. Доспехи, броня для довольно пронырливых особ. Броня эльфийского егеря. Она бывает только зеленого цвета, как почти все эльфийская одежда. Оружие наносит на больше урона. А у тебя, подожди, увеличивает максимальный запас здоровья. Подожди, это лучше. При изготовлении этих доспехов использовались древние японские секреты. Изолента. Доспехи самурая.
Восстанавливает 20% здоровья, когда убиваешь врагов. Ух ты. Увеличивает способность, когда убиваете врагов. Опа. Подожди, ну хотя... Не, ну, не знаю, ну вот это на самом деле такое себе. 20% здоровья. А, пускай будет это. Костюм супергероя. Не это впечатляет, как портретский дебют киношет супергероев со стадии. Получите возможность в начале боя. Возрождение. Мантия наемника. Так, набита до отказа смертельными орудиями тьмы. Подходит для машины стирки. Получайте больше денег. Мантия чародея. Покажи миру, какой ты темный. Усиливает урон огня. Одежда заступника веры. Можно даже не надевать исподнее. Добавляет 15 брони, снижая урон атак противника. Ну блин, я не знаю, либо 20%. Хила, ну допустим, сколько это? Ну если 100 хп у меня, ну блин, там в процентах ведь. Лучше вот это, типа, добавляет 15 брони. Скафандр космическая. Так, регулятор имеет подобный эффект. Провоцирует выкрачивающий сосков. Получи щит, который блокирует 2 удара в начале боя. Цацки. Безответственный с финансовой точки зрения покупка за то, как приобретать имидж. Получать опять больше золота. Перчатки прибыли. Ни один цент не уйдет. Получите на 10 больше денег. Так, перчатки друида, заколдованные варежки для почитателей природы. На кулаках выглядит угрожающе. Получи бонус к защите в начале боя. Перчатки заступника веры. Так, тряпичные привязки, благословение свыше. Добавляет 3 брони, снижает урон атаки. 15 минус 15% урона при блокировке. Перчатки космонавта. Пахнут химикатами и новые машины. Получит щит, когда твой приятель умирает. Перчатки наемника. Наделяет умение размахивать мечом из... Так. Перчатки самурая. В них удобно держать как катану, так и лыжную палку. Получи бонус к атаке, когда убиваешь врага. Перчатки супергероя. Способность выдерживать действие тепловых лучей. Перчатки чародея. Переходи на темную сторону. Увеличит шоковый урон. Перчатки эльфийского егеря. Предназначен для того, чтобы грабить богатых и оставлять все себе. Атаки дальними оружием наносят дополнительный урон. Тренировочные перчатки. Изменяет пара боксерских перчаток дискового размера. Судя по пятнам крови, использовались в десятких драках на боксерской арене для бомжей. 5% урона при блокировке. Ну блин, лучше это, конечно. Бац, 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 бац. Бац, бац. Это плевать, это плевать. Монокль, винтажный прибор для... Ну, я, короче, не буду читать, только одежду буду. Так, ну, монокль. Солнечные очки 50-х годов. Грим-бандит. Черная подводка пускай будет. Рэперская бородка. Легкая щетина. Так, окей. Способность. Давайте, ладно, тогда я все пойдем по этим вещам. Удар в спину. Бьет по... Ну, короче, враги в спину. Короче, получу и прокачаем. Защита... Так, защити мои яйца. Враги будут наносить тебе значительно меньше урона, когда твои жизненные силы на исходе. Тролль. Больше лулузов ты наносишь больше урона разъяренным врагам. При этом их атака становится менее опасной. Снайпер. Атака оружием дальнего боя наносит больше повреждений. Хорошо. Пироманьяк. Наносите дополнительный урон горящим врагам.
и ослабьте их эффект, их атак. Это неизвестно. Так, мальчик растет. Максимальный запас здоровья увеличится на 20%. Hasta la vista, baby. Типа остановись-то, baby. Использовать... Так. Использование лечащих предметов ненадолго увеличит наносимый врагам урон. Вот это хороший предмет. Би или беги. Врагу наносится больше урона, когда твои жизненные силы на исходе. Жажда крови. Врагам, имеющим кровотечение, наносится больше урона. При этом их атака будет очень... Вот это очень. Это очень полезно. Как с гуся вода. Положительные эффекты длится на один ход меньше. Это для меня? Или для врагов? Подлый прием. Первая атака в каждой битве наносит больше урона. Хорошо. Пища для мозгов. Ты получаешь 2 очка силы каждый раз, как используешь целебные снадобья. Грязный прием. Враги, испытывающие тошноту, наносятся больше урона. При этом их атака будет очень слабыми. Жесткое во благо. Увеличит размер урона, наносимого оглушающим врагам. Опа. Боксер. Атаки оружием ближнего боя наносятся больше повреждений. Максимум запаса очков силы увеличится на 20%. Второй ветер. Воскрешающий эликсир, использованный сейчас для тех или твоего напарника, полностью восстанавливает здоровье. Для меня здесь на самом деле вот эти 3 интересны. Жажда крови, так как у меня кровотечение. Блин, на самом деле здесь ХП, кровотечение, оглушающим врагам урон и 20% силы. Давайте, короче, сделаем как... Оглушающим врагам и кровотечение. Дальше, я думаю, разберемся. Здесь, ну, с 6 уровня нам еще до него дожить нужно. Погнали крыс убивать. Деньги. Ух ты, какие-то они жесткие. А ну-ка. Допустим, поехали. Oh, Christ, what a pickle. Так, нам плевать, Баттерс. У нас с тобой есть бонус. 75, хорошо. Но она сдохнет от кровотечения, либо в скобочках от твоей молнии. Минус 2. Плевать. Будем не забывать то, что у меня теперь этот есть. Подожди, кровотечение. Ах ты ж ё-мо. Только при удаче. Её просто разорвало. Грязно так. Так, я скоро левел апну. А, у меня же фул это. Тихо. Почти меня атаковало. Это плохо. Окей. Батер, давай тогда сам. Сейчас очень много от тебя зависит. Так, минус 2 крысы, осталось только ты. Оп, оп. Разорвешь ее на части? Разорвет.
Я промазал. Ё-моё. А не, и так нормально. Ну, подожди, все? Или что-то спрятано? Там ничего не валяется. Здесь. Тут ничего. Вообще никаких ящиков. А, ящик вон. Окей, готово. Мне нужно понять, как весь мусор продавать сразу же. Быть не может, ты что, неблагодарный рыцарь после этого. Хорошо, парень, держи. Кит и бармен в друзьях. Дротик из бара, оружие новое. Мы такие выглядим, как этот. Такие усталые. Дротик из бара. Представьте, что лицо врага — это большая мишень для дротиков. Три выстрела. Здесь тоже три. Ни хрена тут урона. Так, добавляет 10% урона при идеальной атаке. При идеальной атаке цель начинает истекать кровью. До трех случайных целей получает урон. Ни хрена себе. Сказал я себе. Доступно обновление. Хорошо. Грабеж. Урон, причиняя тобой, при грабеже увеличивается. Если так, кража выполнена успешно, ты теряешь у врага так. Ты решил врага еще и дополнительный положительный эффект. Вот это более такое нормально. Если тебе удается украсть что-то у врага, ты можешь восстановить еще немного здоровья. Оглушение вызывает грабежи длится дольше. Чем дольше кровоточащие так порезов, чем больше на теле противника, тем больше урона ты нанесешь врагу. Кого? После успешного удара в спину на теле врага остается два кровоточащих пореза. Замедленный так и оглушенный враг наносит больше. Замедленным и оглушенным врагам наносится больше урона, когда ты бьешь их в спину, потому что так, что-то так. Казни. Нанеси больше урона своим завершающим ударом. Ты наносишь дополнительный урон оглушающим противникам. Ты завершаешь этот прием ударом, который теперь вызывает все формы кровотечения мгновенно. Если нокаутировать врага казнью, ты станешь проворнее. Бомба-вонючки. Так, подожди. Погрени врага под шквалом атак, ты швыряешь в противника орудие, которое играет, так рассекает броню и разбивает щиты. Это, наверное, полезно, довольно очень сильно. Бомба-вонючки. Забрасывать врага тухлыми яйцами, вызывая у него тошноту и рассеивание положительных эффектов. Если прием выполнен идеально, в противнике летит больше яиц. Увеличивает урон, наносящий каждый бомб вонючкой. Увеличивает количество бомб вонючих, разбрасывая за один ход. Забрасывая врагов бомбами-вонючками, ты приводишь их в ярость. Противники бросаются на тебя. Если прием выполнен идеально, вам в врага летят остатки упаковки, содержащие расплескивающие на всю, скорее всего, карту. Так, смерть от 1000 порезов. Призывая на помощь дополненную организацию воров, чтобы не напали из засады. И обрушили на врагов шквал ударов. Если прием выполнен идеально, каждый удар вызывает кровотечение. А, нет, тогда это дерьмо казни. Вот это хорошее будет. Потому что каждый удар идеально будет вызывать кровотечение. Каждый раз, когда атака смерть от 1000 порезов достигает цели, ты наносишь врагу дополнительный урон. Каждый враг, так, переживший смерть от 1000 порезов, растерян, сбит с толку и хуже атакует. Так, требует меньше очков силы для использования способности. Используется, чтобы добить врага. Если прием выполнен идеально, урон наносится врагу сразу же. Так, ну, в принципе, лучше вкачивать удар в спину. Чем больше кровотечащих порезов, тем на теле противника, тем больше урон ты наносишь врагу. Ну, типа, с одной стороны, бесполезно. Потому что...
Ну ладно, в принципе, нам только так покупать. Пускай будет. Так, в баре мы были. You're a douche. Давай, я не хочу с ними драться. Джимба оружие, поехали. С помощью функции осмотра ты сможешь прямо в бою. Эй, здорово, Джимба. О, какие судьбы вы здесь? По делу или поразиться? Может, будем мстить. Герберри, это правильное решение. Здравствуй, вам. Я все прежде всем видел. Ты должен быть тот парень, который только что приехал, и ты любишь охоту, да? Что ж, мой мальчик, ты попал на правильное место. Вижу в парке дофига огнестрела, который поранил любого токсичного, так выжигающего или любителя. Я не так уж много могу продать ребенка, спасибо тупым демократам, но если докажешь, что ты настоящий охотник, я смогу достать тебе кое-что получше. Тебе стоит купить охотничий гид по дикой природе в Южном парке. Вот эту книженцу. Так, ух ты ж, шикарная кота. Ни хрена себе урона. Ух ты ж, уничтожает 200 брони при идеальной атаке. В принципе, я уже могу купить. Продать. Слушай, что разное? Давай гид купим. Как раз на последние деньги. При блокировке отражает на 25 больше урона. При блокировке отражает. Ну, блин. Продажа. За 15. Назад. Корзина. Как мне это все продать сразу? Ладно, давайте это все продам и продолжим. Готово. В принципе, у нас вышло 65 баксов. Это довольно много. Убьешь кого-то из этого гида, возвращайся к старикам Джимбо и Неду. Лучше в охоте похвастаться перед другими. Так, новое задание. Охотник. Так, снова телепорт. Походу сюда не будут добавляться, да? Так, апельсины. И много всего такого. Чёртовы монголы. Привет, и добро пожаловать в сети Волк. Пожалуй, смотрите. Сегодня мы подаем только монгольскую говядину. Она так хороша, и я ее обожаю. О, привет, монгол. Монголы следят. Они захватили меня на прошлой неделе. Веди себя естественно. О, да, монгольская говядина. Ну и вкуснейшая, да? Вау. Нифига она невкусная. Она отвратительная. Не ешь, если съешь монгольскую говядину, будешь срать в штаны 5 дней. И привет, монгол. Прошу, ты должен мне помочь. Монголы живут как крысы в башне. Мир по соседству, я отвлеку взрослых, а ты проберешься в башню, перебей их детей. Перебей монгольских детей, когда они решат, что это соседство и небезопасно. И уйдут. Давай, давай, перебей маленьких монгольцев. О, привет, монгол. Монгольный говядин пахнет задница лайера личи. Что здесь на продажу? Просто хавчик. Эй, никаких драк здесь. А чего вы кушаете? А, у меня же теперь дротики, точно. Коровий колокольчик. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Эй-эй, блин, я не знаю, стоит туда идти сейчас. Я думаю, нет, потому что нам лучше по сюжету идти. А то сейчас мы туда попадем, и там будет жопа. Погнали, лучше соберем
кого нам нужно. Сэр, это охраняемый поселок. Мы будем всякие требования не пускать. Не загораживайте проход, сэр. Только попробуй еще, и я буду гасить тебя перцовым газом, пока в мумии не превратишься. Незваные гости, хорошо. Так. Защитить тебя от перцового баллончика. Так, кинотеатр. В лесах, окружающих Южный парк, легко заблудиться, если ты... Боже, это же... Ты даже что заткнешься. Очки 3D, куда пройти. Ух ты. Блин, нужно посмотреть теперь эти жетоны, точно. Так, я как там, по-моему, я застрял. All the ET effects have been digitally upgraded. All the guns have been digitally changed to walkie-talkies. And the word terrorist has been changed to Damien. Стать моим другом, ты выражаешь свое согласие на посмотрение существование в качестве путешествующего мяса. В рядущих что-то то там. Эй, сюда. Не волнуйся, я тебя не вижу. Это я, Ал Гор. Ты ведь знаешь Ал Гора? Я супер важная персона. Ладно, послушай. Я обнаружил какую-то очень странную деятельность в этом городе. Я думаю, что мы имеем дело с Челомедосунствен. Именно, Челомедосунствен. Я знаю, что ты напуган, но мне нужна твоя помощь. Возьми вот эту штуку и размести их в местах, указанных на... А теперь я добавлю тебя в друзья на Facebook. Это очень престижно. Теперь у тебя есть мой email, только не давай его никому. Я супер серьезно. Скорее, мы должны выяснить, чем здесь Челдомисбедвесвин. Но особое умение доступно. Так, шикарный меч из лучшего магазина в торговом центре. Не, ну урон просто... Ух, по сравнению с нашим. Так, ладненько, давайте мы... Как мне изменить? Так, добавляет 5 урона при атаке оружием. Хорошо. Походу тут одно и то же. Добавляет... Так, изменить... Каждая атака в здоровье с цели. Получите больше денег. Получите 2 очка при помощи, так, при убийстве противников. Ага. При исцелении. Так, делаем. Заменить. Готово. Остальное, в принципе, не могу, да, одевать? Блин, еще сенсоры эти придется клеить. Ладно. Добро пожаловать в кофе Твиков. Кофе произведет из местного натурального сырья. Это местный кофе. Сварен здесь же. Твик, Твик! А! Ты уже забрал свежие местные ингредиенты? А! Еще нет, папа! Я еще не закончил другие задания. Что ж, потерять сын семейный бизнес зависит от тебя. Простите, у меня нету друзей. Попробуй как-нибудь кофе. Это именно то, что нужно, чтобы не терять концентрацию в течение дней. Привет, если ты ищешь Твика, он под... в одиночестве. В одиночестве, словно единственный лук, который он выдает лишь... Хочешь попробовать кофе? Он свежий. Давай, давай. А, так у нас есть... А, нет, подожди. Так, это редкая смесь. Поможет тебе бить врагов снова и снова. Лампу не хочу потом. Что это? А, сейчас? Я им нужен сейчас? Ничего не выйдет. У меня куча других дел. Я не могу делать все сразу, постой. Ты!
У меня достаточно в 4 часа, сможешь поднимать меня? Если да, я смогу закончить дело здесь. Пожалуйста, сможешь? Тебе нужно дойти до книги, но обычно вручи им это, я не даю тебе посылку. Ну да. А, закрыто. Это дело закрыто, хорошо. Значит, нам нужно к дому Кенни. Ну, давайте, короче, я думаю, к дому Кенни мы пойдем в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.